Огнепре решают, что делать с бывшим директором водоканала Константином Орлом. Следствие утверждает, он воровал деньги из бюджета в 2014 году 7 миллионов гривен, а в 2015 25,5. По первому эпизоду прокуратура требовала взять Орла под стражу, но тот внес 3 миллиона гривен залога и остался на свободе. Теперь готовят ходатайство по второму эпизоду 25 миллионов залога, либо арест. Обвинение считает, что бывший чиновник может сбежать, поскольку раньше уже скрывался от правоохранителей в Крыму. Ему сегодня поведено про подозру за указанным эпизодом злочинной деятельности, замах на привласнення грошових коштів, особливо в великих розмірах. І слідчим буде поставлено питання щодо збільшення застави та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.